Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать немного о своей трехдневной самоизоляции. Не забивая в навигатор определенного места назначения, я поехала, куда глаза глядят, просто недалеко от дома. Люблю доверять своей интуиции. После того, как я увидела остановку с надписью «Орлиные скалы», мое любопытство проснулось, и мне уже нужно было мчаться только вперед и только вверх. Ну, как вы поняли, и, наверное, впервые такое испытывает всякий турист, офигевает от того, что он видит перед своими глазами. Ну вот никак не назовешь это по-другому, только свободу. Страшненько. Вот уже третий день я испытываю удачу, карабкаясь по одному обрыву немного вниз и обратно вверх. Я пытаюсь понять, как же спуститься, а не скатиться или не свалиться, не дай бог, вниз к увиденному с высоты птичьего полета водопада с озером лазурной воды. И вообще, что это и как это называется? Потому что в интернет я принципиально не хочу лезть. Боже, видела бы меня сейчас моя мама. Прости, но я не могла не выйти на обрыв и вот так вот расправить руки. Чувствуешь себя птицей, которая парит над землей и у которой нет никаких ни правил, ни уставов, ни карантинов. От такой свободы кружит голову. Конечно, это все высота. И прежде всего нужно быть очень внимательными и осторожными, потому что немного засмотришься в небо, закружилась голова, и ты не почувствуешь, как... ты вообще уже ничего не чувствуешь. На Орлиных скалах я нахожусь уже третий раз. Я просто первый, второй раз пыталась искать дорогу вниз к водопадам, к Огурским водопадам. И только сейчас, спросив, конечно, я поняла, что это более пологая дорожка вниз, а не по скалам, как я это делала 2 дня назад. И действительно, все оказалось очень просто. Дойдя до статуи Прометея, которая находится на вершине Орлиных скал, нужно идти дальше, а не сворачивать в обратную сторону, что я удачно делала все 2 дня. Почему-то мне казалось, что спуск к водопаду должен был быть как-то по-альпинистски. Привет с Орлиных скал. Я дошла до самой красивой площадки, которая находится между горой Ахун. Внизу находятся Огурские водопады, к которым сейчас я направляюсь. Это то, что я искала все 2 дня, а сегодня это случается. Это Чип и Дейл, наш девиз. Отвага. Окей. Ничего не надо, не ссы, ничего смелого. Мое рвение и хотение нового говорю, и классного, да. Это перебивает. Да? Куда умею, отвага. И тут начинается второй момент хайкинга, когда ты идешь вдоль горного ручья вверх. Ничего, съеденное вчера вечером на ночь, не задержится в вашем теле. Дорожки крутые и внезапные. Но когда доходишь до водопада, шум, цвет, даже запах этой свежести, соприкосновение с самым большим, правдивым, суровым таким, справедливым в мире, с природой, одухотворяет. Просто офигеваешь от этой мощи. Это всего лишь первый водопад, который я увидела на пути, спускаясь с Орлиных скал. Но дальше, ведь то озеро, которое я видела с высоты птичьего полета.
И вот я у цели. Вы посмотрите на эту красоту. Ну как? До сих пор не понимаю, вот как это все делается, сама природа, на этот белый камень, вокруг которого течет такая прозрачная бирюзовая вода. Наш спуск в равнинах скал увенчался успехом. Ура! С чем я тебя поздравляю. Это место стоит 100% увидеть и проделать для него такой путь. И плюс сжигаем калории. Назад подниматься, конечно, с водопада на скалы. Вообще ништяк. Можно с вечера съесть киевский торт. Картошку там с майонезом, потому что все здесь отложится в горную породу. Приблизительно так выглядит человек, который прошел и хочет позориться. Я тоже. Правильно. Природа дала кислород, солнце святы. В нее блюешь. Вот. Устами местных. Я не начала свой маршрут с берега Агуры. Не была у входа в ее каньон. Я спустилась по маршруту с Орлиных скал. Гида тоже не брала, так как собиралась просто на хайкинг. Поэтому я не совсем понимаю, какие же водопады я увидела. Знаю, что они были не все. А это оставляет желание вернуться туда еще и еще. И еще один плюсик, что заезд самостоятельный с Орлиных скал будет вам абсолютно бесплатным. Когда я спускалась вниз от Прометея до водопадов, я не засекала время. Но я сделала это на обратном пути. И назад до Прометея и чуть-чуть дальше до парковки машины занимало это всего час и одну минуту. Изолируюсь саморазвитием.